Здравствуй, мамочка. Дорогая, любимая, жди меня, я вернусь. Первое интервью. Сплю тоже. Тоже сплю. Ты на Воронцовку тогда с нами пойдешь с камерой? Да нет, первое. Нас снова показывают телевизор. Мягкий знак не поставил. Ура! Мама, пользуйся приветом. Если вдруг без разрешения ты ко мне пойдешь упрямо, значит, мы подружимся легко. Что вы делаете? За окном, как море, башня. Я такой прямой, как башня. На твоей ноге я не стройнее. Ни в каком аэрофлоте, в иностранном самолете нет комфорта проще и роднее. Женщин есть красивых, но таких, как здесь, в России, нету лучше, чище и добрее. Я про это много знаю, от твоей улыбки таю. Ну давай обнимемся скорей. Садись со мною рядом, шоколадом для счастья. Ну а я схожу за водкой и вернусь. Можешь снять свои наряды, только чур-чур-чур не напивайся, я тебя с утра не добужусь. С тобой утро ты одета, лето за окном настало, а вчера еще была зима, мама. Перебрав вчера я где-то, вокзал. Ой, же ты не знаешь и сама. Ой, случай, передаю тебе привет. Где вы, кто мы, я не знаю. Как тебя зовут, родная? Очень своевременный вопрос. Помнишь, нас вчера качало, залезай под одеяло. Видишь, мы слетели на откос. Только не по мне. Ну, Коля, ну что ты меня так любишь? А я не знаю, Коль. У меня судьба такая. Что вам сказать? О своих впечатлениях, о первых. Юр, тебя солнце, мороз и солнце. Макс, вот лучше бы ты не интересовался. Кесарево, кесарево, а остальным остальное. Ситников первый. Цибизов. Здесь. Алянин. Я за него. Солдатов. Здесь. Емельянов. Он тут. Митяева. Здесь. Левенец. Здесь. Знаешь, как я мучаюсь? Накатилов! Здесь! Злова! Бродова! Здесь! Все останетесь! Спасибо! Спасибо современной кинотехнике! Ребята, мы суровые, идем хорошо, скоро там было. Что скажешь? Но по сарам. Но по сарам. Или мы не пройдем, я уж не знаю. Будем расчищать.
Вот так вот его, вот так вот, вот так. Дам-дам-дам-дам-дам-дам. Чего стать, если колышки пока не там? Что это значило? Твое оправдание. Нет, ничего, виноват. Как вам впечатление? А, хорошо. Впечатление просто замечательно. Видите, только немножко сыра. Немножко. Сонька, иди сюда пару. Говори, не послужи. Вон она нормально. Слушай, через минуту. О, ну ладно, просто. Только это иголка с нитками и свет узло. Почти слышно. Да, да, вообще. Парником работает. Вы сыровые мужики, но костер разжигают. Здравствуй, товарищ История. Ну, здравствуй, товарищ Коля. Сухого ты какой мудрёный. Видите, вот бокана. Вон, ах, такая хрень. Все вы будете сняты. Фотографирую. Хорошо. И повезять можно. Попросил анекдот рассказать. Блин. Между Витей и Женей. Женя еще не встал. Женя. Женя, кушать с камерой свободок. Не надо. Базать дальше. Давайте команду. Если Юра разобьется в пещере, я вестую. Посещаем. Какие-нибудь киноконцертных залах. Держи крепче. Давай, кассета пошла. Маленькая девочка подходит к маме и спрашивает. Подержу. Страшное слово. Ну да, конечно, страшное. Мама, я Мы, общество кинокритиков России, оценим этот анекдот как крайне положительное явление творческой деятельности нашего клуба. Коалиция называется? Клуб любителей геморроя. Нет, у нас коалиция помывших голову, а все остальные признаются засранцами. Yeah.
Оля, ты копаешь туалет? Я копаю. Это круче, чем туалет. Это супер место. Самое святое место в нашем лагере. На дворе, идиот. Кто варит воду? Вода сварилась. Небо соленое, а речной пароходик, оплывающий свечной. Как положено, труба над нею дым. Только дым слегка недвижен, а над ней зеленое небо, красные облака, а больше краски не бывало у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не бывало у чудака. Песочки не на сладко с галечкой. Целовались мы украдкой с Валечкой. Зажмуривалась робкая луна и тихонько освещала нам она. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Кто-то видит, что прошло и не сбылось, с кем-то вместе, с кем-то рядом, с кем-то врозь. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, а больше краски не было у чудака. Блин, а, дайте мне свет в это. У меня нету света. Наконец-то, я уже так ждала этого момента, что я уже просто готова прыгать туда. Где четвертый ваш? Догоняй. Подъезд вообще. В смысле, не последняя? Посмотри последний раз на белый свет. Yeah!
тогда на самом интересном месте. Как так можно? Какие вы красивые. Самые красивые в мире. Этот он был чистенький, беленький. Мы с ним фотографируем. Видимо, самый красивый. Так еще идеи такие бредовые, что-то ко мне достаньте. Как горит, а? Как горит! Сухой попался. Сушить не надо было. Здрасте. Финальные сборы. Уезжаем все домой. Вот так оно. Вот поход и близится к концу. Теперь мы идем в Калиново озеро. Мыться в бане. Жизнь прекрасна и удивительна, как говорит Леша. И даже более удивительна, чем прекрасна. И в этот раз... Ну, как обычно, поимели множество сюрпризов, как приятных, так и неприятных. Конечно, приятных больше. У нас замечательная команда. Я был бы очень доволен, если бы мы всегда ходили в таком составе. Ну, что еще можно сказать? Алик – это замечательное место, замечательное время, зима, несмотря на всякие природные катаклизмы. Теперь, в следующий раз мы идем... Крым, и я надеюсь встретиться там все с теми же людьми и с новыми чудесами. До весны, ребята. Скажет тост. Давайте внимательно послушаем, как.